Итак, здорово всем. Need for Speed Shift 2. Продолжаем прохождение. Так, и тут у нас что? Modern D. Так, вызов на круге. Поехали. Ну давайте попробуем, пройдем эти круги, да и 900 монет пригодится с трех заездов. Угу, надо разыграться сначала. Побить время, я понял. Вот это Альфа Ромео крутая. Я помню в Test Drive Unlimited она еще, по-моему, была. Да, она точно она. Открывать ее надо было вроде даже. Блин, черт, снесло чуть-чуть. А, я с первого круга время сделал. О, хорошо. Новый уровень. Дали Мазду. А ну-ка, давайте гараж. На, это вы на выбывание гон, я понял. Здесь название, да. А, да, смотрите, вот она. Modern Drift. Она для дрифта. Ну, призовая машина таки. А продать я ее не могу. Пусть будет. Боже мой. Так, ладно. Вызов на круге. Брендс. А, Донингтон. Фу ты. V8 Aston Martin. В принципе, да, европейский трек. Классный. Но это не полная его версия, насколько я посмотрел. Полная со шпилькой. Вроде бы, да. А-а-а. У Альфы поворачиваемость порез... Ну, быстрее колесиками на круг. Угу. Чувствуется вес. Машина чуть-чуть тяжелее точно. Спидометр в обратную сторону, тахометр, вернее, обороты. Ну это фишка у Астона такая. Так, время. Ставим. Ставим заданное время. А, у них что, корпус что ли стоит? Это аэродинамический кузов? Или мне показалось. Итак, Нюрбургринг, короткий спринтик, кольцо, высокий уровень сложности, минута 30 надо нам сделать. Porsche GT3 RS облегченный, 911. Шикарная машина, 3 километра кружок. Вот он, да.
Знаю за шикану. Так, ну эта машина быстрее Астону. Я так понял. Видите, как бывает. Сапекса соскочил и все. Да, аккуратнее быть. Ага. Закупорка была. Давай, давай, давай. Тут хороший разгон нужно сделать. Угу, срезки не было. Хорошо, время есть. Минута 27 я сделал, хотя на сложно минута 30. Просили они. Итак, Modern C, отбор. Бьемся за машину. Если побеждаем, Lotus Exige S дают. Сузука трасса 5 кругов, блять. Она и так не длинная. Хотя нет, это почти 4 километра, блять. Ого. А, так я и еду на Lotus. Шикарно. Вот же и он. Попробуем против прокачанных японских машин. На стоке европейском. Ой-ой-ой. Я что-то вильнул не туда чуть-чуть. Так, итак, Infinity вижу. Заряженная. Lotus еще один. Impreza увидел. Сзади пока непонятно, кто там. BMW, Lancer, ой, блядь. Для 300, а нет, это Infinity. Тихо ты. .350 еще там Nissan. Или 370, я не понял. Да. Оторваться от них, кажется, не получится. Thank you.
Давай. Небольшой отрыв есть. Блять, это всего первый круг был из пяти, ё-моё. Да ну, отрыв, они уже сзади. Одна ошибка и рестарт, мне кажется. Да. Концентрация тут нужна максимальная в таких заездах. Машины хорошие. Угол поворота колес. Тормозов чуть-чуть не хватает. Поворот я выиграл. Перебил свой рекорд, минута 33. Сейчас. Тихо. Импреза по-любому идет сзади. Второй.
Хорош, хорош. Сохранил даже передачу, надо же. Послаб. Пятый круг. Пораньше переключимся. Так, финал. Финиш. Фух. Блин, вот это напряжение. XHS. Lotus. 8 минут гонка. 7.57. Пожалуйста. Вот она, красавица. Сделали модом C отбор. Давайте посмотрим. А, он в таком даже варианте, в гоночной раскраске Lotus, видите, стоит. Ну что ж. Упростили ситуацию, не надо подбирать раскраску. Я его продать не могу, это призовая машина, 0 стоит. Внешний облик, куча расцветок тут реально. Это, конечно, красивая. Это тоже. Вот это, в принципе, цвета лотуса, вот эти вот гоночные. Я, наверное, их и оставлю. Вот как мне ее дали, так и оставлю. Лотус. Диски тоже менять не надо, они у него классные. Машину еще можно улучшить, как видим. Ха, и даже заводскую доработку. Ох, ё. Вес 800 килограмм. То есть это только если доработку поставить, а так, мне кажется, у него показатель, рейтинг будет еще выше, вес еще меньше, потому что тут есть облегчение веса трехступенчатое. Ну, три пакета, короче, покупаешь, и мощность еще больше будет, не 475. Угу. Какая тема машинка. На вид просто, блин, фантастическая. Да. Диски только поменять, конечно, безобразно стоят. Вот это да. Вот о чем я говорил. Сейчас покажу. А, ну вот, облегчение для соревнований. То есть, смотрите, мы теряем 95 килограмм. Ну и плюс, оно суммируется с заводским китом, с вот этим. То есть, вес будет 700, наверное, килограмм по машине, по итогу. Я так предполагаю. Это C600 у нас рейтинг. А у Элис Лотуса... D460. Ну да, это такой дорожный лотус обычно. Что у нас дальше? Modern C, Drift.
я скипаю, скорее всего, посмотрим. Выбывание, наверное, тоже. Что тут у нас? А, ну, да. Эти, в принципе, гонки нужны, чтобы кэш поднять. Дрифт, ну, кто любит дрифт, ради бога, можно участвовать. Я не люблю дрифт. А вот Modern C, это интересно. Большие деньги можно здесь заработать. Ну да, это одиночное обычное состязание. Это Glendale Midfield фестиваль. Это, видимо, все трассы эти будут идти по порядку. Это континентальный тур. Что тут у нас? Донингтон парк. Ну вот С, то есть у нас Д отошла, да, ветвь. В принципе, сколько там денег есть? 27 тысяч. Ай, что можем на Лотус поставить? Полуслики. Облегчение для соревнований. Давайте, наверное, массу снизим его. Пока что. С ходовой частью у нас что? С трансмиссией. Давайте поставим металлокерамический диск. Вот эти вот улучшения, чтобы у нас хватало передачи быстрее. И все. Пока что. Modern C. Давайте захватим гоночку на Донингтон. Майами короткая. Три круга. А, это два круга довольно длинная трасса, насколько я понял, французская. Погнали. Ну, дали машину C, я ее выиграл. Будем на ней катать тогда, скорее всего. Ну, почему нет? Донингтон я обожаю. Ставим на передачу. Могу на 100% сказать, что из всех участников у меня самая легкая тачка сейчас. Лотус вот сзади идет, правда, я не знаю, доработанный он или нет. Ну, кузов на нем стоит, по-моему. Аэродинамический какой-то. Была идея у меня пройти игру на стоке, но это сделать невозможно будет здесь. А, тормоза надо купить, я чуть не забыл, тормоза не очень мне понравились. Уровень. В принципе, можно поставить и шины полуслики. В таком случае тормоза, слики. Ну и подвеску там, ничего ж. Yeah.
Победа! Угу. О, бонусные деньги, это в тему как раз на улучшение. Горячий круг, Modern B. Открыто. Горячий круг, японский ретро машинки. А, вот классика, собственно, вызов на круге. Ну, рано еще туда лукаться. Так, и так, я хотел подвеску поставить. Тормоза. И полуслики. Блин, дебильные диски встали на машину. Придется сейчас что-то подбирать, искать. Семнадцать дюймов так и оставим, наверное. А, ну вот, золотистенькие, чё, прикольные. А задние, наверное, 18 лучше поставить будет. Да. Ну вот. Пусть пока так будет, наверное. Чё нет-то? Нет, не классика. Поехали. О, короткая какая. Ну, поэтому и три круга. Километр 800 метров. Небольшая трасса. Ну, майамские трассы, они... трудненькие. Okay, listen up. Don't be fooled by the speed you'll pick up in the second half of the track. Curves and camber changes can throw the car off balance, and the final corner is tight, so watch it. Ого, машина все крепче и крепче против меня. Там Мазерати даже была. М6, БМВ. Лексус. Только не тараньте меня, пожалуйста. Ну вот он звук какой. Да, БМВшка идет. Воу, ты что делаешь, приятель? А то, что я в повороте, ничего? Они все там. Охренеть, как они так... Ну как он зашел? Я там гораздо быстрее был в повороте. Удивительно, по прямой я наоборот отрываюсь. Странно. Он на своей БМВшке должен догонять меня. Тихо.
Вот это да. Победка. Я уже и говорил, трасса майамская тяжелая, будьте готовы, что будет проходить. Не, ну, кто как ездит. Ну, давайте, наверное, тогда Францию довершим уже, да, два круга. О, вот это подлиннее, 3.30. Если прошлая трасса была меньше 2 километров, это уже 3.300 у нас. Есть хорошая прямая и волнообразная поворота. Улучшая свою машину, мы поднимаем уровень сложности, так сказать, у ботов. Они используют тоже прокачанные тачки. И сложность повышается. Альфа идет. Лексус еще один. По-моему, была уже эта трасса ночная, если не ошибаюсь. Можно здесь спокойно резать. Ну тут что-то я заигрался совсем. Я был гораздо быстрее компа. Результат сами видите по мини-карте. Напрямую, конечно, они пошустрее будут, чем я. Молодец, а как цепляется за трек, а? Лотус. Бесподобен. Эсприта жалко нету Лотуса. На нем бы хотел погонять еще. Этот мы закругляем поворот спокойно. И финалем. Выезд на питлейн, там написано. Победа! Одиночные заездники вроде все. Там три было. Так. Зачем мне Mazda? Вот это. О, стой! Почему продать не могу? Ее продать не могу. А, блин, потому что это единственная покупная машина. Это ж призовая я получил как приз. И Lotus Exige, хоть я в него деньги вкладываю. Я его продать не могу изначально. Твою мать. Денег сколько? 14 тысяч. Сколько кузов стоит? Берем. Нужна аэродинамика, ребят. Без нее никуда. Еще остается 3500. 3500. Вот что-что, азот мне вообще не нужен. Скорее всего. Ну давайте доработаем на оставшиеся монетки. Это в Б, да, маховик ее перенесет. И тут Б. Ну в Б мы переходить не будем, конечно.
C997. 3 единички мне, в принципе, ни одна деталь не даст. Следующая установленная деталь машина переведет в B. То есть в C, это сейчас она на данный момент, мне кажется, лучше всего пойдет. Поворот колес хороший. Маневренность у нас и так хорошая. Главная передача на скорость. Скорости слабовато на все. Сохраняем. Я пошел тестить машину. Буду настраивать. На этом все. Спасибо большое за внимание, просмотр. Всем пока.